В зале, где проходят общественные слушания по электрическому тарифу, многолюдно. Первое слово – энергетикам. Они раскладывают по полочкам проект повышения. Отпускная цена, как известно, зависит от увеличения закупочной стоимости на источниках – ГЭСах и ГРЭСах страны. Юг Казахстана считается самым энергозатратным регионом, и 86% всей потребляемой электроэнергии закупается извне. Представители энергетических компаний наглядно показали повышение закупочных цен, тарифов на транспортировку и регулирование. У нас увеличение идет 2%, 2,5% это всего покупка электроэнергии, транспортировка составляет 13,6%, регулировка 100%, балансирование 1,2%, 37 услуга готовности сети это ТРЭС, 111 световая надбавка. Северные источники уже подняли стоимость своей энергии от 1,7 до 82%. Энергопередающие организации увеличили свой тариф от 7 до 72%. Есть еще одна составляющая нашего местного тарифа – тариф на услуги регулирования электроэнергии. Это пара контор, которые продают нам свет в вечерние часы, когда город потребляет энергии выше заявленной нормы по максимуму. ООСО «Форлинг» и «Жамбылская ГРЭС» по вечерам торгуют светом для Шымкента и области по ценам просто грабительским. В этом году местные энергетики покупали электроэнергию по 1004 тенге и 738 тенге за киловатт соответственно, а с 1 января 2016 года электроэнергия будет обходиться городу в 1705 тенге от Форлинка и 815,9 тенге от Джамбыла. И после всех повышений тариф на электроэнергию в ЮКО предположительно будет выглядеть следующим образом. Для Шымкента физические лица, использующие электрические плиты, будут платить по первому уровню 12 тенге 35 тиин, по второму уровню 17 тенге 81 тиин, и тариф третьего уровня составил 22 тенге 26 тиин за киловатт. Для физических лиц, не использующих электрические плиты, тариф первого уровня составляет 13 тенге 53 тиин, тариф второго уровня 17 тенге 81 тиин и тариф третьего уровня 22 тенге 26 тиин. Для Южно-Казахстанской области с 1 января 2016 года тариф для физических лиц, использующих электрические плиты, предположительно составит первый уровень 11 тенге 47 тиин, второй уровень 17 тенге 81 тиин, третий уровень 22 тенге 27 тиин. Для физических лиц, не использующих электрические плиты, тариф первого уровня 14 тенге 24 тиин, второй уровень 17 тенге 81 тиин и тариф третьего уровня составит 22 тенге 27 тиин. Стоимость киловатта электроэнергии для рядового потребителя увеличится всего на несколько тиин, присутствующие после перечисления новых цифр. Вздохнули, подобный тариф неизбежен и вполне оправдан. Так считает большинство участников общественных слушаний. Сейчас везде подражание, поэтому я ничего не могу сказать сейчас в данный момент. Ну, они не такую большую сумму поднимают. Вообще-то раньше было 34, сейчас 64. Разница не это, копейка это. Ну, я не думаю, не такую большую объему. Ну, везде все с подражанием, все зарплаты надо поднимать. И народ тоже, там объему народу сколько. Ну, я 1500 где-то работает, но они объясняют сейчас в данный момент. Поэтому не такой большой объем. Пользуясь присутствием энергетики, активные домкомы Шымкента обрушили на специалистов шквал вопросов, касающихся энергоснабжения города, особенно районов новостроек. Новый тариф предпочли не обсуждать. Решение антимонопольного департамента быть или не быть новому тарифу на свет будет озвучено в канун Нового года.